15 марта, 20-й день войны. Меня зовут Кирилл Волков. Я русскоговорящий украинец, режиссер, оператор, постановщик. Это мой видеодневник. Военный видеодневник. 20-й день нападения русских войск на Украину. Ну что ж, начнем. Стань, я вот тут и говорю, что да. Вот домам досталось. Кошмарно, конечно. Ну и вот попала в эпицентр, фокстрот точнее. Фокстрот, магазин бытовой техники. Вот такая штука. По военным базам, говорят, стреляем. Это кошмар. Это кошмар. Мебельный салон. Секонд-хенд. Магазины. Все уничтожено. Ничего не спасло, ничего не помогло. Вот, вот так. Сегодня в городе говорят, что раньше начнется комендантский час, поэтому, наверное, сегодня будет немного видео, потому что если в 2 часа дня, а сейчас на моих часах 12:40, то, наверное, много я записать не смогу. Но постараюсь рассказать вкратце, как минимум, об обстановке, о том, что произошло на ночь, за ночь, что обстреляли, какие вести. В общем, как-то так. Зашел в магазин, начали завозить продукты. Появилась курочка. Появилось мясо, ребра свиные. Лопатка. В общем, есть свинина. Хорошо. Сахар, крупы, мука, капуста, яблоки, конечно же. Так. Рис 33 гривны. Так, сахар у нас 24 гривны за кило. Угу. Макароны. Вот так вот. Так, появились яйца. Хлеба много. Ну, собственно, все. Сливочного масла не увидел. Подсолнечное привозят, заканчивается, подвозят новое. Хорошо, цены нормальные. И вот такая вот неожиданная поддержка, как бесплатный хлеб. Вот эти батоны бесплатные, причем очень вкусный хлеб, так что такие большие сердца у наших жителей. Пожалуйста. Спасибо. Заходи. Дверь той же самой открывается. Не, ну как обычно она открывается. Убрали уже все. И вы тут без отопления, без ничего? Да, без отопления ничего, окна разбиты, все. Электричество тоже нет? Нет, есть. Но там дырка, конечно, такая серьезная. У нас даже интернета нету. У нас тоже. Ну его сейчас ни у кого нет. Ага. Еще чуть-чуть. Да. Вот это его дверь. Он может у себя дома, он будет. И вот. Он.
Здравствуйте. Помните, мы с вами недавно виделись? Виделись. Дайте, пожалуйста, свой номер телефона. Мы сейчас с волонтерами работаем. И хочу как-то помочь вам. Так, вам записать или... Ну, сейчас запишем на телефон, да. Давайте так. Зарядка. Какой? Какой барбос? Какой барбос? Барбос веселый, да? Сейчас. Несмотря ни на что, да? Я, честно говоря, не помню. У меня их два. Одним пользуюсь с интернетом, а Киевстар у меня остался в прошлом. Я уже не плачу вот за него. Так что забыл оба. Так, сейчас я найду. Ну вот мы хотели, да, вас найти. Хорошо, что получилось, что парень подсказал. О, вот. Мой телефон и мой водофон. Водофон даже записывайте. Ну что, уже вечер. Напомню, что сегодня 20-й день войны. День был неожиданный многими моментами. Мы сегодня пошли в дом, который разбомбило, в котором мы встретили этого мужчину с собачкой. И попытались его найти, но об этом завтра. Вот. А вообще мы решили перейти на YouTube. Ссылки будут там в описании. Скажите, как вам заходит вообще такой формат. И продолжать, не продолжать это все делать. Ну и мы будем какое-то время в Инстаграме тоже это показывать. Но переходим на YouTube. Что, на сегодня пока. Увидимся завтра. Все будет Украина.